Конечно, такой эффект, как появление блогерства, появление того, что любой человек может в интернете написать все, что угодно, оно сказывается на имидже журналистики как таковой. Здесь дело не в самой профессии, а в том, кто пишет. Есть замечательные журналисты. Ну, например, допустим, Дима Быков, да, это гениальный человек. Любой его материал, неважно, где написан, хоть на клочке бумаги, хоть в блоге, хоть в газете, это гениально, глубоко. Володя Воронов, тоже замечательный журналист. А есть ребята, которые там молодой какой-то рэпер, еще что-то, вот я тут пишу, но это его целевая аудитория, он пишет для них. И поэтому, если нам не нравится конкретно кто-то, это не значит, что он плохой, это значит, что это просто не ваш писатель, значит, найдите того, кого вам будет интересно читать.